Эти космические пейзажи создает художник из Нижегородской области Александр Рудаков. Лауреат всесоюзных премий, работает в жанре Space Art. Такие сюрреалистические образы делится автор, рождает его воображение и чаще всего спонтанно. Наверное, это все-таки больше мой внутренний мир. То есть мое восприятие мира как таковой он есть. Как он устроен, мы не знаем. Я думаю, что, наверное, никогда не узнаем, как он устроен. Мы как бы только делаем жалкие попытки представить, как это все устроено. Своим восприятием мира на выставке в Конгресс-холле Sea Galaxy поделились 40 художников, в основном из крупных городов России. Собирали выставку, по словам организаторов, из картин как известных, так и начинающих художников. Техники разные, но главный критерий для всех один – духовность. Очень строгий отбор из всех присланных заявок. У нас было более 1000 заявок. Мы подбирали только талантливых, одаренных ценителей, радеющих за искусство России. Выставка будет работать в Сочи до воскресенья, затем вернисаж разберут. Но, обещают организаторы, впереди у них еще много интересных проектов. Елена Овсецина, телекомпания «ФКТ».